скорее всего, второе. В прошлый раз он, по-моему, был топчик, или я с кем-то его перепутал. Не, мне просто хотя бы скрыть мне. Мне бы триньку оттуда попробовать. Какую? Серьгу. Нет, ее забирает Делорус. В смысле? Нафига она тебе? В смысле, там интеллект он крит дает. Ты что, не шаришь? Не, я не шарю за лук. Вот. Тогда не спрашивай. Просто редко видел то, что брали ее на РДД. Ладно. Это я рофлю, ладно, ты не, так не думаешь, что я серьезно. Даме на Палу тоже промоут. Как нельзя, да? Напиши пианисту, спроси у него. Леха, видимо, АФК. Кто Полину убрал с рейда? Наверное, у тех, кто из промоута, нет? Лёха, оставь промоут только на Войде и мне. То вот эти вот перетасовки рейда непонятные, неизвестные. Полина уже не хотят в рейде видеть, да? Это проделки с женой она по-любому. Войд танки вот и книги, пошел. А ДВ уже закрыл завеску? Нет, там было все плохо. Мы очень долго закрывали око, и в ЗС мы убили только Люркера или Атереса. Времени не хватило. Мне только эти вопросы надо.
Вой, ты с голосом? Кто хочет послакать в ЗС-ке? Помимо Кирса, помимо Монорота, помимо Сантея. Еще желающие? Я могу послакать до совета. Ня. Еще кто-то? Вы продолжайте плюсовать, кто хочет на замене побыть. Все ЗС или каких-то босс. Джокер, ты до Гидроса хочешь на замене побыть или что? Если нужен, то да. Ну, в смысле, если замена нужна, то могу. Ну, тебе из боссов нужен только Гидрос, так? Ну, желательно вообще, в принципе. Сумоньте меня в рейд. Как Джокер из инста выйдет, суманите. Рыбу ставили, нет? Стоит.
Лёх, дай РЛ-ку, лутера менять буду. Ручей на пол. Секундочку, извините, ребят, печей куда я сейчас? Приступав, обновите. Это что-то, я отходил. Незачем? Нет, не ты, у нас два танка. Пианист и Халфейн. Пианист-холики сегодня. Я из-за этого не пошел. Точно, у нас и Пегастри, и Халфейн танчат вот так. Халфейн на боссе. Пегастри на трэше. Ловите рыбу. Видели, как профессионал рыбу? Меня вагануло, короче. С платформы не достать. Зачем я обнялся? Thank you.
это ты грудак хотел? Да, я сейчас описываюсь. Лица. А чё, он топовый, на ТК? Я его на анхолика хочу. Это, по-моему, говно какое-то, блядь. Блядь, ДК вообще, в принципе, говно. Чё ты удивляешься? Чё, всё, мое танкование закончилось? Можно аспекнуть, да? Даже не знаю. Оставайся пока в танке. Ок, я пуляю или чё? Лут раздам, гляди. А там уже напулили. А, это... Параша, болезнь. Ебать. Вы рейндж набирайте, просто не стойте с этой болезнью, она же стакается, увеличивается. Параша, болезнь, блядь. О, вот это вы зря там сделали. Чё, сагрили опять? Пандемия, блядь, ебучая. Ребята, ну, дамаг-то увеличится по вам. Разойдитесь в рейндж. Через рейд невозможно какой-то. Просто подохните, блядь. Ай, блядь, ладно, хули я вам, блядь, буду говорить. Кирс, у тебя Байрон на паловские токены, да? У меня на голову упало. Так, у тебя на голову упало, отлично. Кирс на мага хотел. Сколько у вас танков-то там? Народ, блять, сука. Коронавирус ебучий, блять. Я с этой болезнью вообще так горит. Не очень понимаю, кто посылает вообще ко мне байеров, блять, ничего не пишу, что что-то продам, они меня заебывают уже какой день. Это Лёха над тобой прикалывается, стопудово. Мага, я вообще не успел зайти, мне уже 8 человек. В общем, все на одной и той же шмотке. Перчатки маг Локхант там нужны кому-то? А, у меня на перчатки на голову. Все, понял. Блять, когда с вас там спадет коронавирус этот? Нужно подойти поближе. Молодо красив с Хеллфейном, сладкая парочка. Я понял. Друг друга коронавирусом кидают. Смотри, продолжается. О, отлично, можно пойти в рейд. Улетает там протова. С двух рук, да? Блять, в следующий раз будешь так лужу разливать, я бомжей просто нажму. Долорус, тебе ЕП с лока, значит, убирать, да? Да-да, убирай, конечно. Я вот с рейда просто уберу. Убери. Долорус. А про товары, по-моему, определенный скилл надо создать. Сразу притвориться мертвым, чтобы пабло не нажимать. Что там, порезайте людей и потом пулять будем. Ну давай порезаем.
Между делом насчет головы паладиновской я вас разочарую. У нас Пегастри в рейде. Ему на прошлом КД не хватило ровно 900 ЕП до порога. А эти 900 ЕП они как раз будут начислены еще до Вайши. Все, я понял, понял. Можно было просто сказать, Долорес, иди нахуй. Да ладно, я вроде не такой грубый. Да, я тебе могу это само лично сказать. Ща разочарую Байера. Может, так же, он так же пишет. Знаешь, мне также Байер и пишет, ну сколько можно, четвертое или там какой-нибудь там седьмое КД уже жду, когда у вас эта голова дурацкая СУ. Короче, в рейде нахуй посылает, а вы Байер можете нахуй сзади посылать. Сзади моб, опасность. Так а бейте от пошлите. Него подали. Ладно, давайте заберем, бабл хочет. Какой, противный? Да, рейндж набирайте. По народу, у Пегастра на прошлом КД было 6100 ЕП, ему не хватило ровно 900 ЕП до нужного порога, соответственно, ЕП у него с прошлого КД хватило бы на все. Что значит сейчас, если ты на прошлом КД набираешь 7000 ЕП, как новичок, делается срез, у тебя уже, считай, было 7000 ЕП, и ты можешь ролить токены. А это так работает? Ну, явно это не работает так, то что ты набрал ЕП, тебе срезало, мне не хватает, и тебе не дадут ролить. Кир, ты в Господи. Бекайся в хила, пошли, я пак забираю. Там коронавирус сейчас убьет пару людей. Сейчас, подожди. А, весь рейд хотите, да, положить? Ну ладно. Хули, мы же не знаем, что такое рейндж, да? Да просто маски забыли надеть, ну, хули. Ну, блядь, на туре вакцина. Вы когда через рейд бежите, маску надевайте. Ты, Дэл, не видел сегодня, как у нас Талдарам по всему рейду носился туда-сюда. Одну пачку положит, вернется в другую сторону, побежит вторую пачку. Это где был? В ЗС-ке сегодня. Я прям, знаешь, стою. Вот стоят хилы на рейнже, да, максимальные прям рейнже, и он прям через всю РДД зону ко всем хилам подбегает и в другую сторону бежит. Все сдохли, он берет, разворачивается и в другую сторону бежит, и по второй части рейд. Тоже вот на вон том паке, там где моб больше. А если я вот тот пак буду держать, все нормально будет, да? Соседний сразу тагрит. Ну да. А, нет, тут что-то проблема. Все нормально, просто подошел и подкинул все разом. Чего? Агро не будешь держать сегодня? Какой агро, он про товар. Че у тебя трэш бегает по рейду? Я не знаю, но. Блэк Киллер, тебе что надо с Каратроса? Блин, это лучшая анимация, какую только можно было придумать. Особенно, когда несколько человек кидает это разом, то вообще... Всем привет, сейчас, короче, максимально камеру приближу в эту лужу, скрин сделаю и скину дозурона, пусть кайфанет. Надо, знаешь, такое как на гифку записать. Напишу танчик, так же и стало, прям классно. Меня больше всего прикалывает, что он не мог ее уровнем понизить, потому что там реально половина персонажей вообще не видно в ней. Но анимация мне прикалывает. Там в темке, когда просили, чтобы он изменил эту анимацию, хотя бы сделал ее прозрачной. Там какой-то челик написал, я создам шамана только ради этой анимации. А что там, кстати, большого не было, да, еще и стены? Да, все еще где-то там ходит.
Одно радует, что эта лужа хотя бы за медло дает. Не, она, кстати, дамажит там неплохо. За медло вообще топчик. Она типа по 9к тикает. От хосты зависит. Вот единственное, кстати, бред то, что типа чем больше у тебя хосты, тем меньше она видит лужу. Еще бы она напуливала, да, Кир? Дальше мана на пул и, возможно, танчить вообще цены. Прикинь, чисто в протоинхе, который сам на себя напуливать еще. Да, да, я понял, монород, типа мана там, да, вся хуйня, дайте там посидеть, покурить. Нет, тут монород в личку рофлит просто насчет того, как я танкую. Эй, не мота, не могу забрать. Не очкуй. Вот товар рядом. Ставлю груплот, синьку, зеленку, грит или распыл, буешек, воронок, все отказываются. Кирс, если выпадут, понидишь. Почему фраза про товар рядом меня нисколько не успокаивает? Наоборот, пугает даже как-то, да? Мега. Сейчас такой на кресле сижу, медленно назад поворачиваюсь, а там ебало Войда такое, да? Улыбает. Который вот на Ави у тебя Войд стоит, вот этот актер такой вот. Угарный тип. Вообще с ним рофлил, блядь. Это же этот. Знаешь, с какого фильма? Да он много вроде здесь снимал. Этот 80 дней вокруг света с Джеки Чан. Да, 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 да. Да я вообще угорал все. Да, черт возьми, у меня мозги вытекают. Ой, впервые. Впервые. Нет. Нет. К сожалению. Брюнет, что ли? Да, был бы рыжий, блядь, я бы сам себя рофлил. Рыжий вообще угарный, типа. Я приведу, стойте тут. Ну ладно, постоим. Сейчас опять мне пианист, конечно, скажет, то, что я плохой человек, то, что приведу. Не, нет, вот Рейд прибежал, все нормально, они все сюда прибегут. Не, это просто каждую неделю происходит. Мы все умрем. Сука, сейчас нормально, я замедляю. Бой, почему я не блондин? Не знаю. Ты такие вопросы задаешь, блин. Ты бы еще спросил, почему я расу Таурин не выбрал для протовара. А почему? Рекомендую вернуться назад, тут колосс из текстуры вышел. Сейчас поймаем. Вот товар поймает. Дай я, дай я. Только воиды берут, блять, антентов на вару. От урона отказываемся, да? Да, да. Иначе 10 тысяч БП. Так дешево. И ты таунт нажимаешь, да? А смотри, знаешь фильм «Матрица», блядь? Где, короче... Бля, сейчас диминишн повесим, нам Лёха ГП даст, рейд пайпнет. Ты понимаешь, что я без таунта тебя забираю, блядь? Мне похуй, я буду таунтить. Слышь, в «Матрице» ты когда не... У меня таунт без КД. Ты слышишь, что я говорю? Когда не бились-то, Морфис такой, все пизды дал, и такой...
Да, вот такой лежит, и он такой говорит: блять, я даже воздухом не дышу. А я так же, типа, да я даже тал, не жму, блядь. Понял, да? Чё, там весь трэш, да, Коника? Да-да. Не, ну мне понравилось робота соло танчи. Кто ступит слот Байеру? Да, кстати, у вас на все куски маговские, да, Байер? Кроме штанов. О, а чё молчите? Ну, на вот этого и на голову, я вроде вначале сказал. На штаны у кого-то есть Байер? Я могу сейчас найти быстренько. На какие? Но... штаны меня маг... нет вроде. Штаны маговские, это 5. Хант, маг, лок. Ну, походу, никому не нужны. Локи, видимо, плюсанул замениться на этого. Байер как раз. Шкаф. И порт для Локи. Фигастрый крутой. Посмотрите, какой у него щит классный. Он робот в соло убил. Чё, наверное, мне не стоит тут на боссе сидеть, танчить, да? Ну, типа, он там агро обнуляет или чё? Ты главное, чтобы понимал, когда тебе надо МПшки нажимать. Сантэч, мебель организуй, пожалуйста. Ну, ничего, щит такой плотненький, мне нравится, красивый. Серьезно. Ну, трансмог бы мне его. Собираюсь. Байера суманули. А, не вижу шкафа до сих пор. Да вот, Сантей. Шкаф. Ан, Делорус шкаф ставит. Сантей, поставь шкаф. Тыкните кто-нибудь. Куда? Вон, шкаф поставим. Я могу в глаз тыкнуть. Заканчиваем флот. Сантей, поставь шкаф. Рычи на АФК. По-моему, не того лока заменили. Что-то да, у нас не то тут происходит. Сантей, прием. Ставь шкаф. Я из-за этого на жилок за этот раз прокачал. Сумоньте. Пегастри на боссе, Халфейн на демоне, Ирче на пул. Мозер, что с тобой? Два на пул есть. Пуляйте. Может наоборот? Что-то не так, ребята. Ну,
И вот опять там есть, да, в этом клубе? Я же правильно понял, я же на демоне, я не босса танчу. Да? Да, ты демона танчу, все верно. Ауру коня вообще лучше убрать. Это лишнее в рейде. Больше всего мне нравится, что демон танчит кто угодно, кроме... Кроме чё? Кроме танка. Не, вот опять нету. Я вообще что-то не могу понять с агрой, у меня глючит, что ли, вообще танка нету в этом, в угрозе. Там не получится никого нанять его. И пегастры напуливаются. Да. Да, стопнуть, когда он. Еще раз повторяю, это будет крайний раз. Хоть от кого-то лишнее слово на пуле, это сразу же ГП. Войт, не хочешь потанчить? Ты имеешь в виду сейчас прям или потом дальше? Не, я имею в виду дальше. Эй, как бы не хочет. Давайте только добьем его, пожалуйста, блядь.
Блять, встань уже, блять, в тучке, постой. Это развлекуха, конечно, был. Ну, в целом, неплохо. Танк нам тут не нужно, оказывается. У вас рез? Это можно очень просто прокомментировать. Ну, я спросить бы хотел. Пегастри — это неопытный танк, да? До начала. Это опытный танк, просто он не имеет Т5. У него гир не позволяет. Он без Т5, да? Лага, если клык никто брать не будет, этот лог заберет. Ну, в таком случае Хелфейну могу лекцию прочитать. Надо? Давай. У тебя же 4Т4, правильно? Абсолютно. Значит, смотри. Ветки кровь, талант, повелитель рун смерти вкачан? Нет. Блять, дай я тебя смотрю. И не плюну. Надо, не смотри. И плюну в тебя сразу, блять. Серьезно не вкачан, блять? Нет, конечно, нахуй он мне нужен. Для тупых объясняю. Босс скидывает, ну, кто не знает тактику, может быть, босс скидывает агро первое. После вихря. Второе. После того, как из демона превратился обратно в человеческую форму. Вот. Вот эти два момента, чтобы он не шотал где в рейде, нужно пуловое агро хорошее. Пуловое агро может позволить себе ДКшник, может разрядить паладин, может любой танк с тремя, с четырьмя на пулове. Но их нужно вовремя дать. Сколько ГП этот меч? Чтобы тебе... 1167. Чтобы тебе в ДКшнике сделать так, чтобы в рейде никто не упал, тебе нужно ударить... Два раза ударом смерти, у тебя появится 4 руны смерти. И они все могут использоваться как МПшка. В момент, когда вихрь заканчивается, они уже у тебя должны быть активными. То есть до вихря ты... Ну это изи, я понял, я через этот билд не играю, нет, спасибо. Ну, я тебе объясняю, что этот билд, во-первых, нужен везде. Что на Личе с гневными, что здесь, что, блять, много где, даже на Гидрусе. Без этого... Мне так нравится. Ну вот тебе нравится, вот тебе полрейда лежит. Понимаешь? Ну просто нужен танк с таким билдом и все что. Ну блять. Блять, сейчас пизда будет, уйдите. Я умру. Че там лага по клыку? Короче, его только лог на мейнспект твой нажал. Голд он тебе дал, нет? Ну, он купит, да. Можешь мне скинуть, если там есть возможность такая. Все, отдал. Этот, он на штаны. Раз перчи не упали, говорит, штаны за... Понимаешь, дело не в одетых танках, дело, блядь, в опыте танка. Как ты нажимаешь... Осторожно, там не сагрите. Не, я его отыграл через этот билд, типа спам лпшек, но я вот сейчас так вот играю. Но ты по-другому просто, ты ничего не сделаешь. Там тебе дополнительно помогает руник. Т4 он почти бесконечно хуярит. Тебе помогает, как бы, и большую часть тоже агро дает. Вот. Ты просто в момент... Там даже, блядь, и без этих можно. Просто две ЛПшки. Я же в курсе, он ядовит. Ну там да, там дебаф уже висит. Рейндж может? Ты мог бы все это сделать, как бы, и понимаешь, на этом боссе не заканчивается вот эта демон-форма, она не заканчивается без напулов, без охуенного агро. Это когда АДК только вышли в Т5, танки, они взрывали один труп, вот этот моба одного взрывали, у них там 500 агро было, блядь, как паладины сейчас дают тычку заряда, 500 mm-hmm. тысяч там. Вот. Тебе сейчас надо было стоять на боссе. А Пегастри вообще вала ебать. Бегать, стоять просто на месте. Все. Кто хочет уступить этого босса Блэкиллеру? А чё он хочет, Блэкиллер?
Миродробитель.